Сегодня мы с вами приготовим экзотический салатик. Ну, может, он и не очень экзотический, но необычный. Мы возьмем 2 стебля сельдерея. Можно взять корень сельдерея, кто любит больше. 2 киви, 400 грамм креветок, 4 мандарина, майонез и зелень, укроп, петрушка, соль и перец. Сначала мы почистим мандарины и подготовим их. Часть мандарин нужно почистить так, чтобы снять мембраны с мандарин и осталась одна только мякоть. А часть мандарин мы пустим на сок. Мандарины очистим от мембран. Это значит, что мы вот так отрежем. И снимем с каждой мандаринки кожурку. Мандарин в салат идет не так уж много, 2 штуки, так что можно постараться. А из остатков мандаринов выжмем сок. Просто возьму по одному мандаринке и выжму из нее сок через чеснокодавилку. Отлично получается. Добавим 2 ложки майонеза. Хорошенько размешаем. И это у нас будет соус для нашего салата. Порежем 2 стебля сельдерея. Или можно добавить корень сельдерея. Сельдерей порежем тоненькой соломочкой. Киви почистим. Киви порежем тоненькими слайсиками. Вот так вот. Вот такими слайсами нарежем киви. И берем очень умеренное количество зелени. Буквально чуть-чуть петрушечки и 1 стебелек укропа. Это чисто для штриха. Больше не надо. И специй у нас будет только соль и перец. Чистим креветки. Креветки мы порежем, а 3 штучки оставим для украшения.
Теперь положим сельдерей. Солить не будем, креветки оказались соленые очень. Теперь польем соусом. Пусть немножечко постоит, пропитается, промаринуется. Теперь добавим киви. Аккуратненько перемешаем. Теперь зелень. Даже много получилось. Мандарины. Чуть-чуть помешаем и украсим нашими креветочками. Солить я не буду, но поперчить нужно. Вот такой салатик мы с вами сегодня приготовили. А теперь накрываем на стол и будем наслаждаться едой.